Здорово всем! И сегодня анонсирую вам сервер Дискорда, который на самом деле уже в состоянии активности находится около, наверное, полугода. В нем можно найти различную информацию, к тому же я там периодически сижу вне стрима, общаюсь со своими любимыми подписчиками. Так вот, если вам интересно общение вне стримов, как в виде текста, так и в виде голоса. Если вам интересно следить за какими-либо анонсами, а может быть вам стало интересно, что же там за секретная комната таится, четвертая, которая текстовая, то обязательно зайдите в Discord, получите специальную роль, и вы обязательно увидите все возможности этого Discord. В текущий момент есть достаточно много идей насчет его развития. Ну и к тому же очень много полезностей в нем можно узнать как и от меня, так и от других игроков. Можно сказать то, что открыто не говорится, либо просто-напросто не публикуется. Ссылочку на постоянный инвайт в этот Discord я оставил уже в ВК-группе. В разделе «Ссылок» она висит очень-очень давно. Но также скину в описание к этому видосику. Обязательно подсоединяйтесь, потому что, я надеюсь, Дискордом пользуются все. Вступить в мой канал, вступить в мои вот эти комнаты, или как они правильно называются. Я не думаю, что будет сложно для кого-либо. Жду всех. Берегите ноги. До скорого.